Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня я хочу дать вам несколько рекомендаций, вернее две рекомендации, как можно красиво носить платки. Я уверена, что у каждой девушки в гардеробе есть платок красивый или шарф, который мало используется, ну просто потому что некуда его особо носить. Например, весной, осенью несколько раз одеваете под плащ или под пальто, а потом он лежит на полочке. Я сейчас похвалюсь заодно своим последним приобретением. Заказала в компании Oriflame вот такой вот шикарный платок. Он действительно большого размера, и это позволяет с ним делать массу вариаций, помимо того, что носить на шее или на голове. И сейчас покажу первый вариант. Представьте, что вы едете отдыхать на курорт, и хочется взять с собой поменьше вещей, а если и берете, то чтобы они были максимально функциональны. Так вот, смотрите, вот такой платок можно носить, когда жарко, например, на пляже. Мы берем за уголочки, за два угла, и аккуратно завязываем на шее. Сейчас прям покажу аккуратненько. Делаем маленький узелок. Можно это делать даже без зеркала. И впереди он уже распределяется, таким свободным валаном лежит. И опять же, такой размер, который вам нужен, вы делаете. То есть нужно, чтобы поменьше было углубление, то есть больше подтягиваете узелок. Если хотите, чтобы более была открыта грудь, то значит делайте максимально маленькие узелочки. Так, первый этап сделан. Дальше у нас платок весь висит. И следующий шаг, я отступаю чуть-чуть назад, и нужно низ платка подвернуть. Ну, конечно, здесь было бы удобнее зеркало, но так как у меня его нет, я просто делаю скрутку вовнутрь. Так, так, так. И у меня тоже остаются два конца. И я беру на линии бедер, делаю сзади тоже маленький узелочек. Очень красиво смотрится с шортами, с мини-юбкой, когда внизу купальник, то есть у нас внизу только купальник и вот такая накидка. Можно какие-то серьги объемные одеть, или кольца, или какие-то висюльки, серьги, перья, и получается такой вот роскошный топ. Спина в этом случае будет обнаженная, можно, кстати, и на платье одеть, тоже как бы разнообразить гардероб. И впереди у нас такой закрытый маленький топ. Вот, это первый вариант, но я жду ваш отзыв. Будем сегодня голосовать, какой вариант вам нравится больше, первый или второй. Второй вариант я использую вечером, когда, например, я вышла из дома в сарафане или в топе, и к вечеру я замерзла, а кофточку с собой не взяла. Но зато в сумочке всегда очень хорошо помещается маленький шарфик, любой платок или палантин, его всегда можно скрутить, и он займет очень мало места. Вот я уже сразу демонстрирую, то есть мы скрутили, свернули трубочку, и поверьте мне, в сумочке это будет даже абсолютно незаметен, то есть маленький легкий такой сверток. И тут мне стало холодно, что я делаю? Я беру и краешки связываю узелочками вот так, раз, два, маленькие узелы, можно их покрупнее делать, можно поменьше, и с другой стороны делаю точно такие же завязочки. Я думаю, что здесь справится любой человек, высшего образования здесь точно не требуется, шутка. Так, завязали, и у нас получается, кстати, можно и котомку так делать, перевязывать узелочки, то есть у нас сейчас получился такой прямоугольник по краям узелочки. И нужно перекинуть вот так верхнюю часть за шею, а руки просунуть как рукава. Получилась такая роскошная накидка. Если становится попрохладнее, то я собираю накидку вот сюда, и можно соединить брошью, как тут
Особенно с палантинами это классно получается, потому что платок он все-таки не дает такой большой размах, как у палантина. Но в целом получается такая вот необычная штука, которая действительно согревает спинку, ручки, плечи, то есть все уже согрето и холода совершенно не чувствуется. Вот такие два варианта. Голосуйте, какой вам больше нравится. Первый — пляжный вариант, или второй — вечерний. Какой из них вы уже, может быть, используете сами или теперь с удовольствием будете использовать в повседневной жизни. А я прощаюсь с вами, до новых встреч в наших видео. Если видео полезное, с вас лайк и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.